На главной площади нашей страны финишировала ралли-рейд «Шелковый путь-2018». В рамках этой гонки прошел третий этап чемпионата России и второй этап Кубка России по ралли-рейдам, где участвовал 41 экипаж из 29 городов России. Повезло далеко не всем, 11 автомобилей не смогли добраться до финишного подиума Красной площади в Москве. Необычно выглядит состав победителей абсолютного зачета, где на первые места выехали представители класса Freight Sport и турбированные багги Т3+, обогнав спортивные прототипы. Триумфаторами гонки, несомненно, стали Евгений Суховенко и Евгений Павлов из команды ГАЗ Рейд Спорт. Их «Газель Next» смогла опередить сильнейших пилотов и заехать на первое место финишного подиума. С отставанием 8 минут на втором месте «Абсолюта» оказался экипаж команды «Супротект Рейсинг» под пилотированием Дмитрия Воронова. Пилоты классического ралли, которые пришли в этом году в ралли-рейды, стабильно показывают отличные результаты и почти каждую гонку лидируют в своих зачетах. На третьем месте абсолютного зачета оказался дебютирующий на турбированном Maverick X3 Сергей Корякин со штурманом Антоном Власюком. Они всего на 12 минут отстали от «Газель Next» Суховенко. В зачете Рейд Спорт после лидеров гонки Евгения Суховенко и Дмитрия Воронова на третьей позиции Алексей Игнатов и Олег Нежнов. Среди грузовиков первые 5 мест за пилотами «Синей Армады». Наилучший результат показал Эдуард Николаев на грузовике капотной компоновки. Андрей Каргинов всего 11 минут уступил сокомандику, а у Антона Шиболова разрыв с лидером составил почти 5 минут. Четвертую и пятую ступени подиума заняли Айрат Мардеев и Сергей Куприянов. Грузовик из Нидерландов под управлением Вандербрика только на 6-м месте с разрывом в 1,5 часа. Наши российские ГАЗ «Садко Next» от команды «ГАЗ Рейд Спорт» существенно отстали от лидеров гонки и смогли разместиться только на 7-й и 9-й позиции. В командном зачете больше всех очков набрали пилоты «Супротект Рейсинг» на 2-м месте, а «СК Вираж», а 3-е забрали спортсмены «ГАЗ Рейд Спорт». Сложное, яркое приключение лета позади, а впереди еще один этап чемпионата и Кубка России. На сей раз соревнования пройдут в гостеприимном Саратове с 24 по 26 августа.